Состоялась прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома Игорем Карака. И в течение нескольких часов граждане могли адресовать волнующие вопросы с целью дальнейшего разрешения сложных ситуаций. За текущий период 2019 года руководством райисполкома и районным советом депутатов принято и проведено 34 прямых телефонных линий. Принято 205 обращений. Наибольшее количество, 135 или 66% от всего, это обращения поступили по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и содержанию улично-дорожной сети. 64 обращения удовлетворены, по 91 даны разъяснения. 21 обращение находится на дополнительном контроле. За время работы прямой телефонной линии поступило 8 звонков от граждан. Благоустройство дворовых территорий, нарушение шумового режима, качество дорог во дворах. Спектр вопросов разный, однако преимущественно жителей города волнуют именно жилищно-бытовые проблемы. Проведение прямых телефонных линий позволяет оперативно решать проблемы, которые возникают у населения нашего города.